На новой спортивной площадке Елабужского института КФУ прошел первый турнир по мини-футболу среди школьников на Кубок директора института. На протяжении двух дней шла серьезная длительная борьба среди футболистов 11 команд школ города. Сборные школы – это всегда очень сильные команды. Не зря они сборные, потому что собираются из лучших ребят в школе. Конечно, кто-то был сильнее, кто-то был чуточку слабее. Результат налицо. Очень порадовала команда школы номер 6. Сделала фурор как бы вот в этом турнире. То, что стало серебряным призером. Хотел поблагодарить отдельно КФУ за хорошую организацию и за поддержку, за то, что они так хорошо поощряют учеников, как бы их мотивируют. Честью получить грамоты удостоились команды, занявшие призовые места. Ими стали команда школы номер 8, занявшая 3-е место. 2-е место заняла школа номер 6. 1-я – школа номер 10. Также были награждены отдельные игроки. Звание лучшего вратаря получил Даниил Юртаев из 6-й школы. Лучшим защитником стал Алмаз Шишкин, ученик 6-й школы. В номинации «Лучший игрок» победил Максим Минеев из 10-й школы. Адель Шамилова, Каиля Юрикова, Ильшат Ахмадеев, Универньюз.